Россияне смогут оплачивать покупки по номеру мобильного телефона. Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на собственного информатора, у россиян появится возможность оплачивать товары и услуги по номеру мобильного телефона или QR-кода без использования банковских карт. Данная функциональность будет внедрена уже в четвертом квартале 2019 года благодаря запуску расширенной версии системы быстрых платежей. ЦБ и НСПК перенимают опыт Китая в использовании QR-кодов в метро и торгово-сервисных предприятиях. Для того, чтобы система работала, ЦБ научился осуществлять межбанковские платежи моментально. Теперь банкам нужно научиться проводить платежи на клиентских счетах также моментально. Пилотный запуск системы быстрых платежей запланирован на второй квартал 2019 года. В тестировании системы в этом году приняли участие 12 банков.